Но за чей же счет весь банкет? Конечно же, за счет дорогих россиян. Они и так суммарно примерно половину заработка отдают в казну. Но ничего, можно еще налоги придумать. Вот, например, у вас дома есть любимая кошечка? Ну, или собака, или другой друг человека? Ну, тогда доставайте кошельки и готовьтесь отстегивать боярам. В Госдуме предложили обложить налогом хозяев домашних животных. А еще их обязательно регистрировать и вакцинировать. Да, пока что они оправдываются, что якобы это будет касаться тех, кто разводит питомцев и продает. Но ведь давно известно, ничто не остановит чинушу, почуявшего запах шальных денег. Вот, например, родила ваша кошечка. А вы взяли и отдали или продали котят. Вот и все, считайте, вы уже разводите животных. Так что платите. Замахнулись власти даже и на сакральный продукт самых ярых сторонников режима – алкоголь. Торговцы официально предупредили – уже с 1 августа, ну то есть через пару дней, поднимут цены на вина примерно на четверть, потому что теперь надо отстегивать баринам больше налогов.